В Московской области запускают программу реновации автовокзалов. 14 модернизируют уже к 1 сентября. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал в ходе заседания правительства. Глава региона поручил информировать жителей, когда и какие работы будут проведены, где обновят остановки и автопарк. В этом году на линии выйдут почти 500 новых автобусов. Были годы, когда мы обновляли их сотнями, может быть, тысячами. Сейчас в новых микрорайонах, в СНТ, мы получаем заявки на новые павильоны. Соответственно, также прошу эту работу организовать. Еще одна важная тема совещания – подготовка к учебному году. Андрей Воробьев отметил, что в этом году за парты сядут 985 тысяч подмосковных детей. Это на 43 тысячи больше, чем в прошлом. Поэтому необходимо создать комфортные условия для обучения всех школьников. Наша задача – открыть 18 новых школ к началу учебного года, по 3 в Люберцах и Балашихе. Я уверен, что наш строительный блок Владимир Александрович Локтев добросовестно сдаст все необходимые школы, и главы подберут коллективы, которые будут давать прекрасное образование. К 1 сентября новая школа откроется и в Мытищах, в деревне Болтино, а также 3 детских сада. Также в ходе совещания обсуждалось сохранение зеленых зон в городах. Андрей Воробьев отметил, что жители обращали внимание на то, что недопустимо в лесных массивах строить торговые павильоны. Региональные власти уже определили 2700 зеленых зон, где строительство не должно производиться ни при каких обстоятельствах.